многие люди, что рядом живут. И разный язык не предмет разногласий. Я счастлива тем, что все вместе живем в стране, где всегда будут мир и согласие. Нас не делили по цвету глаз. Солнце сияло одно на всех. Верили в дружбу без лишних фраз. И за мечтою стремились вверх. Люди придумали счастью запреты. Ветер замедлил судьбы кинолент. За годы независимости у казахстанцев утвердилась мудрость, что мир и согласие – это главное общенародное достояние, и его нужно защищать и укреплять каждодневным трудом. Таков сегодня наш казахстанский характер. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито.